с одной стороны, они хотят это все изменить, но с другой стороны, это компания, которая заинтересована в клипах, в кликах, кликах и просмотрах, и поэтому как бы им нужно оставаться на плаву, им нужно показывать рекламу. В общем, они такие как бы biased, и, естественно, это просто компания, они абсолютно не идеальные, вот, и поэтому их нужно абсолютно обязательно за это критиковать. Но